приветствую вас, уважаемые пользователи на универсальном игровом. С вами, как всегда, Genium. И мы продолжаем проходить игрушку Goodbye Deponia. В прошлой серии мы остановились на том, что практически ничего не сделали, потому что я ничего не придумал. Мы только узнали, что наш один из Руфусов попал вместе с Клитусом в клетку. И он здесь застрял. Конечно, тут есть ковер, но, к сожалению, мы ничего с ним сделать не можем. Да, да, потому что даже инвентарь никакой передать мы тоже сюда не можем. У нас есть красный Клитус, у которого практически все из инвентаря мы передали зеленому Клитусу. Ой, Клитусу, Руфусу. А, уже все назад вернули. Итак, вы мне сказали, что есть возможность, может быть, радионяню дать Бозо. Давайте попробуем, почему нет? Так, осталось только вспомнить, где у нас Бозо. Так, вроде к лагерю повстанцев. К разрушенному поселению. Вот здесь вот. Ну-ка, мистер Бозо. Возьми-ка радио няню, нет? No worries. No. Oh, don't panic. I'm good with children. I'm gonna teach him a few. For instance, he could help me. Aw, oh, come on. What could possibly happen? Baby Bozo is much shorter than you, after all. Угу. То есть он вроде как и хочет, но ничего не делает. Свинья-копилка. Yeah, yeah. Так, ее нельзя, да, трогать, так понимаю? А если знаком? Yeah. Нельзя. Так, а если так? Yeah. Тоже нельзя. Слушайте, а нам же нужны были куда-то монеты. Yeah. Это я точно помню, что монеты нужны были. Так. Он общаться с нами не хочет. Ну что ж, у меня остается один единственный вариант. Это все-таки попробовать пойти к психиатру и подобрать ту комбинацию, которая будет нормально. Так. Иди к психиатру. То есть пообщаться с ним так, чтобы он все-таки воспринял нас как серьезных людей, а не как полных идиотов. Хотя для Руфуса это нормальное состояние души. Так. Давай-ка мы с тобой пообщаемся. I would love to talk about. Yeah, I don't see how it could be prevented. Let's change. Do you feel? No. Why? Quite the opposite. Well, you should. Так, то есть депрессанта он нам не дает. Ну что ж, давайте попробуем в эту игру снова поиграть. You mean you want to repeat the? All right. Why not? This time I'm gonna win. I just know. Тест Рошака. Итак, будем отвечать что-нибудь очень-очень правильное. Элизиум. Так, Элизиум летит к Утопии. Ну, давайте. Elysium, majestically enthroned, high above Deponia. Well, we've already been through something quite certain. Next picture then. Так. Здесь что-нибудь серьезное надо ответить. Эльф. Бабочка? Либо пташка? Да, да, бабочку. So you really don't see. But that is something yes, true, but no matter. Let's move on. Слушайте, такое ощущение, что что бы я ему ни сказал, он все равно скажет эту чушь. That's so you really don't see no matter. Right. That's it. If you prefer goofing off instead of giving me some serious hand, but I, in that case, you should. There is. Maybe you should consult an exorcist instead. And please stay away from me. Так, собственно, ничего не получилось, да? Почерневшая бумага. What do you see in this picture? A patient turning the tables? Wrong. Now you're the crazy one.
I don't think you quite understand the point of this test. Crazy, 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 crazy. Crazy. Oh my. Так, а чё, антидепрессантов-то не дашь? Ты же видишь, что с нами всё плохо. На тебе письмо. What have you got? Oh, this? I was just lying. And now you carry it around? Yeah, until I've used it. Then it usually dissolves into thin air. Так, нет. Так, что еще можно дать? Утяжеленный. Oh, he's handing out. Just get out of here. Oh, come on. Competition is good. Well, not in this case. Oh, yeah. Слушайте, он какой-то психиатр, вообще безумец. Так, ладно, на тебе. Радионяню. What have you got there? Oh, this? I was just lying around somewhere. And now you carry it around? Yeah, until I've used. Так, нет, это то же самое, что он говорил в прошлые разы. Может, знак ему дать? He already has a job, listening to people whining and complaining. For example, yeah, the big guy with the beard. What was his name again? Как его зовут? Ты про Боза, что ли? Ну-ка, пойдемте-ка потестим. Давайте вообще будем просто сейчас все на все действовать. His ability to work is he's just lolling about, staring at. He might as well be a. Прямо как разработчик игр. Так, утяжеленный самолетик. Нет, бумага. Since you canceled your therapy, I thought of an alternative. I can be your therapist. Come on, it's gonna be fun. I'm just gonna hold up a few flashes now. That's just a blob. Oh, rubbish. That is. Oh, no, you're right. That really is just a blob. Oh, rats. What do the therapist's cards look like again? Так, интересно. No time for black box testing. No time for black. Интересно, очень интересно. То есть мы сейчас предложили ему. А, давайте hey, письмо отдадим. What? I mean, wait a second. Were you fond of your father? Very much. Nah. In that case, I don't. Письмо не отдадим. Это мы уже пробовали. Ладно, идем тогда дальше. Мамашке отдавать все. Ну, у меня просто варианты закончились, будем перетыкивать все подряд. I told him that his father, he just had to be a freighter. He could have been a fireman or a mailman. Shut up back there. Pilot? Exactly. Har, har. Слушайте, меня немножко вымораживает этот смех. Так. Haven't I seen you on the cover of? Oh, Rufus, you certainly know how to cheer up a grieving woman. Oh, if only I were. I may have found the right tree. If it's a rope, I already offered him that. He didn't want it. No. Well, then I'll keep looking. Так, Why это? Would Baby Bozo need a radio? He can't even talk. Let me ask you, why would you need a brain? Слушайте, а дед-то такой прям, это, суровый дядька. И троллить умеет. Так, дедуля Бозо, где работай? Maybe Bozo just needs a real job. I've told him that, but he just had to be afraid. He could have been a or a mailman. Shut up. A pirate. Exactly. Так, это мы уже все слышали. Письмо ему отдать нельзя. Он расстроится. Have you read the newspaper? Not outside the junk bomb. They come up with the craziest horrors: killer bees, leprosy virus. What's supposed to cause? I'd have bet on something with P, anyway. Так, нет. Флайер тебе. Так, это мы уже, значит, все делали. Радионяня деду. Так, это тоже ничего нам не даст. Так, а тебя? К сожалению, тоже нет.
Слушайте, а где у нас возможность сфотографировать? У нас же была, да, помните? А, мы уже сделали, точно, мы сделали, мы кроху нашли. Хорошо. Так, а что с почтальоном может что-нибудь сделать? Я вот не знаю. Would you be interested in... Not really. No, thanks. I'm kind of stuck in my present position. Is that a letter? Where did you get that? Postal seek? I'd love to draw, but unfortunately he's already gone. Don't want to make him... Так, ну все, мне только радио не модель. Так, все, ладно, уходим. Что у нас здесь есть? Костюм пожарного. То есть... Fire! I'm on... Oh, baby Bozo is playing with his... Nonsense, woman. It's just that hope. You think so? Well then, he's not getting... Я бы взял кофейный леденец. Все тот же бомж. Слушайте, задачку, конечно, разработчики поставили такую абсолютно. Так, то есть задачки такие хитрые, я даже представить пока не могу, что делать. О, видимо, мы с ними не общались. I told you he's not a hobo. So back then you also said we could have saved that leg. Poor Timmy. What are you doing here in the middle? Don't you know what's going on around you? Are you still talking to that hobo woman? I'll talk to whoever I. What does he want? He wants to know what's going on. Well, tell him that not at least not since the Organon. You can tell him that yourself. I'm not your secretary, you know. Have you lived next to the... Why? Isn't this one good enough for you? It may have suffered a little grenade damage here and there. Calm yourself, Mook. He's asking about the Bozos. Well, in that case, they live next... Do you know what's up with Bozo? Oh, so you're a friend of Bozo's? Nonsense, woman. Bozo would never be friends. That's because, unlike you, even if he doesn't act up... He's the... Oh, of course he is. He's got no job, no girlfriend. The world is... He does so. Her name is Bambina, and she lives... If she contradicts him as often as you do to me, I... Так, слушайте, видимо, Бамбину ему надо вернуть. The young man is... And so he asks you of all people. You never know where you put anything. Ah, at least I still have my man. Oh, if you really had any man... No, the hobo. Tell him that if he absolutely must go around past... Their camp is just down the stairs and across the square. Those people at least know how to keep order. Do you even get what I... Five, right? Nonsense, woman. It's at least seven. Так, походу дела, крыша у них поехала. Then why don't you ask your good? He seems to have an answer for everything. Ah, rubbish! That's because you won't let him get a look. He's trying to say something. Ah, Jeff, this is... Так, но, смотрите. That's what I said. То есть они сказали, что у него депрессия, нету девушки, нету работы. То есть работа у нас есть табличка. Депрессию можно вылечить при помощи антидепрессантов. А вот девушку можно найти, получается, только вот здесь, это Бамбино. Давайте все и отдадим просто, да и все, посмотрим, что из этого получится. I have a letter for you. From both? I don't have any time. I gotta think up a... Ага, этим нужно придумать эмблему сначала. Да не вопрос, на.
male or what are you trying to? Well, I thought maybe you're gonna get it. Так. I found the. Huh? No, I think black would look. Black and blue would look good on you. It would make a nice contrast. But I don't have a bloody. Not yet. Nah, that's not suitable as a design for their squad tattoo. It's way too refined. Nah, that's not. Так, слишком тонко. А радионяню, мне кажется, и в принципе не надо. A baby? What are you trying to? That were tooth? No, no, you got teeth. No. If you need proof, I'll be happy to. It wouldn't be the first time. То есть он вообще ничего не хочет делать. Вот абсолютно. То есть у нас максимальное количество вещей у него, а делать он ничего не хочет. Так, ну кроха босса так и остался там. Юху! Yes? Enough joking around, Leibold. Let me in. Do you have someone who can... Then I can't let you in. Sorry. Так, то есть Лейбольд все-таки не хочет, да, с нами общаться. Нехороший Лейбольд, да? Так, что у нас в стоке осталось? В стоке много всего, но тоже непонятно, что и как с этим делать. Reception down here is lousier than Bozo. I can't even figure out which goal belongs to the white team. Так, телевизор, соответственно, работать не хочет. And what I ask you could be tastier than Ah, a cooking show. Just the thing. Where are we supposed to sleep here? It's way too cold and dark. Что мальчик какой-то, блин, не хочет жить в роту вот этого монстра. Мальчик, не спорь вообще. Так, давайте передадим все ему. Потому что здесь мы уже попробовали очень многое, по крайней мере. И, возможно, нам эти вещи пригодятся у зеленого. Somehow I doubt that this will make it to one bozo of comfort. What is a bozo, Mr. Rufus? It's a scale used by science. A place is suitable for sleeping. And how do you measure that? Oh, it's complicated. But the rule of thumb is that one bozo corresponds to rough... Чушь какую-то. Somehow I doubt that this will make it to one bozo... Так, бумагу. Somehow I doubt that... Нет? А самолетик? Да, жаль. Жаль, что нельзя ничем подействовать. Так, антенна. Это мы уже все уже подействовали, покрутили антенну. Так, здесь у нас что? Здесь у нас фонарь и окно. То есть, по сути дела, ничего. Детки. Безумно это крэйзи бабуля. Колонию пораженных в лагерь. Так, думай, голова, вари. I may not have fives, but I've got... Save your breath. The hero checks his and sees... Этому 5 медиков надо. Соответственно, ему необходимо опустошить для него копилку Бозо. But I've got... Save your breath. The show costs fives, love. I may not have fives, but I've got... Save... The show costs fives, Lotties. Слушайте, никто не хочет нас пропускать, а? Вообще ужас. Так, а здесь еще можно что-нибудь подействовать? Ящик из-под бананов. Hey, snot faces. Give me a leg up, will ya? But Mr. Rufus. But Mr. Rufus, sir. Yeah, alright, my bad. Так, в смысле сам заберешься. Ну попробуй. Knock knock. What do you want? I want to visit your pettings. No, hey! What do you think you're... Ah, oh, don't sweat the small stuff. I just want another peek at your... But stay cool, man. I'll only be a minute.
Так, что тут происходит? He's totally cool. The animals are dead. I got the... I think you're fit. Ah, you're just envious. Next time, I'll make a print. Then you'll weep with envy. I'm so envious, I wanna die. And then I'll laugh. Руфус абсолютно отказывается. Так, нормально работать, если у нас нас не пустят. What do you think you're doing? Isn't it obvious? I'm going to the pub. We've brats in tow. Will you drop... They aren't mine. Yeah, that's what. And then he tied me and Macy up. Так, то есть детей нам надо сбагрить. Well, I don't know about Macy. Her leash broke. Oh. There's something missing from this. It's something, and it should fit it. Знак. Так, рукоятка нужна. Ну-ка, а если ему дать письмо, вышибали? Так, ступенька. Что эта ступенька нам дает? Просто то, что мы забраться смогли. Так, что? Где тут выход, а? Руфус, иди куда-нибудь уже туда. Что-то надо с ними делать. Иди, у меня все заканчивается, заканчивается. Я уже перепробовал все, что вы мне говорили. Пу-пу-пу-пу-пу. Слушайте, у меня варианты закончились. Давайте иногда на этом на сегодня остановимся. В следующей серии продолжим и обязательно выполним, наверное, уже побольше, чем сегодня. Сегодня у нас только была пара новых разговоров. С вами был Дженни, это была игрушка Goodbye Deponia. Играйте в хорошие игры, пока.